Мы решили с папой Васей прокатиться на монорельсовой дороге. Тут она прям такая игрушечная. Вот сейчас он объедет поезд вокруг вот этой вот станции. И мы сядем в такой паровозик и поедем в сторону Останкинской телебашни. Но пока не видно, где наш друг едет. Как неизвестно, все известно. Вот уезжаем от Тимирязевской и поедем до Выставочной. Занавес. Выезжаем. Тут как-то все пострашнее. Так вот с высоты видно, что уже и клены красные, и другие клены желтые. Хотя еще середина августа. Железная дорога. О, ласточка поехала. Куда она, интересно, поехала? Маршруты у нас строят. Что тут строить, если мы едем в метро? Какой-то огромный центр тут торговый. А, это телецентр, с ума сойти. Точно, это Останкино. Пожалуйста. Ну что за здание такое огромное? От телецентра поехали к Выставочной. Большой пруд Останкинский. Да ну. Что я здесь не смотрела? Там водоросли прям под водой видно. Ну ты все заградил. Ой, красота. Прям водоросли видно.
хороший какой-то дом строят. Или это озеро?